Новые постояльцы в двухкомнатной квартире на первом этаже дома 11 по переулку Дружный появились в январе. И вот уже на протяжении 3 месяцев жители панельной пятиэтажки наблюдают странные телодвижения. Бийчане уверены, что у них в доме организовали хоспис, и теперь нет никакого спокойствия. Костылем вот так вот бьют, то ли по полу, то ли куда, может быть, требуют, чтобы к ним подошли. Какие люди, с какими заболеваниями. Может, а вы уверены, что здесь больные люди? Уверены, потому что приводят что-то на белых катафалках. Я лично сама. Приводят и заносят, и заводят. О чем еще говорить? Николай Шалаев – единственный, кто пробрался в квартиру на первом этаже. От увиденного мужчина до сих пор пребывает в недоумении. Вы не представляете, весь периметр по квартире заставлен лежаками какими-то там непонятными. Слышны стоны, крики, затяжной кашель. Бардак настоящий. Люди обращались в полицию, но безрезультатно. Звонили в Роспотребнадзор, там тоже не помогли. Коллективную жалобу жильцы направили в свою управляющую компанию. Представителям обслуживающей организации удалось связаться с хозяином квартиры. Однако разговор был недолгим. Говорил очень так отрывисто, коротко и сказал, что у вас нет фактов. И вообще это моя квартира, у меня живут знакомые. Юристам управляющей компании подготовлены и направлены письма в прокуратуру, жилищную инспекцию, а также управление бийской полиции. А тем временем мы вместе с жильцами пробуем зайти в 4-ю квартиру и посмотреть, что и кто там внутри. Достучаться удалось не сразу. Здесь находится хоспис? Нет. А что здесь? Что такое хоспис? А что здесь? Что такое тяжело хоспис? Тяжело больные, которые уже... Нет. Не хоспис здесь. Дверь квартиры открыл мужчина. Он пояснил, что ухаживает за пожилыми людьми. На заднем плане видно, как из стороны в сторону ходит женщина. Еще один пенсионер сидит в кресле. Никаких посторонних звуков из этого помещения не доносится, говорит бийчанин. При этом добавляет, что и соседи ведут себя не совсем тихо. Ночью спать невозможно. Вот здесь вот топают, сверху там дети какие-то кричат. Вот здесь вот вообще бегают и бегает кто-то постоянно. Вот так вот там. Дети грохот. Так это мы вам мешаем. Как удалось выяснить, эту двухкомнатную квартиру на первом этаже сейчас снимает Анастасия. Точнее, жилплощадь предоставил ей один хороший человек. И здесь, так скажем, находится некий приют для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А вот на какой основе, платной или нет, нам не пояснили. Кстати, многие наши вопросы так и остались без ответа. Что это вообще за организация? Мы не организация. Я не хочу отвечать на эти вопросы. Просто мы хорошие люди, которые помогаем другим людям. Никаких отмываний денег, отмываний квартир и все такое прочее нету. Я вам говорю, что это мои подопечные. Все, которые нуждаются в уходе. И живем мы там на временной основе по, опять же, то, что нам разрешил очень добрый человек, приютил. Все. Добавим, что уже к концу этой недели квартиру, в которой сейчас находится приют для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пообещали освободить. А вот насколько законна вся эта деятельность, предстоит разобраться с сотрудником правоохранительных органов. К этой теме мы еще вернемся. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей.